Пожалуйста, ваши вопросы. Сереж, могли все вчера на матче с Черданом оставили, сегодня такая немножко постановительная? Да нет, это часть подготовки. В принципе, кто-то играл по 45, кто-то по полчаса, так что это нормально. То, что так жарко, тоже не слишком сильно. Да, у нас в Краснодаре всегда такая жара, в принципе, уже привык. Куличенко первую тренировку со сборной провел, вы тоже с ним в Краснодаре знакомы, как, может, поддерживаете, помогаете ему команду? Ну да, общаемся вместе, в принципе, помогаю ему, и он мне помогает, так что общение нормально проходит. Кому больше? Ну да, да, да. А как именно помогаете? Ну где-то подсказываю, где что сделать, там, то есть элементарно подсказ. А все расскажу, удалось играться с новыми партнерами, насколько наладить взаимодействие? Да, я думаю, игрок этим отличает, что он профессионал, в принципе, друг друга знаем, так что в этом, я думаю, никаких проблем. Ну и, конечно, для этого была вот эта игра сделана, чтобы почувствовать связи. Вообще сборной больше всего с кем общаетесь? Есть ли поделение на клубы или все близко? Да нет, со всеми по чуть-чуть, ну а так, конечно, с Юрием Газинским, с Николаем, так что со всеми хорошо. Юра грустит? Ну да, конечно, обидно получить травму, но это... Футбол, здесь все может быть, никто от этого не застрахован. Все? Чертанов жестко играл вчера. Почему травму получил? Несколько эпизодов было таких. Спор был очень. Ну, я думаю, это стечение обстоятельств, в принципе, неудачный такой стык, момент. Вот и все. Ну, то есть в целом вы не заметили, что как-то... Да нет, особо не заметил. Еще, коллеги. Сергей, а что с вашим контрактом с Краснодаром? Ну, я не знаю, кто это придумал, у меня еще есть действующий контракт, так что все с этим нормально. Ходили случаи. Ну да, я читал в новостях это, но я не знаю, откуда это берется. А не, у меня еще есть действующий контракт, так что все в порядке. А на сколько еще сезон? Пока на два. Я на флеш, ты игрока. Все. Спасибо. Спасибо.